Хоть он немного работает, но он всегда найдет минутку для нас. С нами поиграть, поучить нас. С ним весело. Который все делает, что ему надо. Например, что? Например, поднимает доски. Угу. И делает домик. Это мне родной человек. Ассоциируется с пауком. Такой серьезный. Всегда кричит. Например, затихивается в телефоне. И голос у него какой-то немного странненький. И он еще отлинный. Схитывает. Одевает штаны вверх на штаны. Он умный, честный, веселый. И он почти всегда на работе. Любимый, хороший, заботливый, любит собирать лего и играть, помогает. Добрый, сильный, поможет в трудную минуту. Человек и муж. Мой папа самый смелый, самый умный. А еще какой? Хороший. Когда мама уходит на работу, он включает нам мультики. Он работает и играет со мной. Он хороший и сейчас занят. У него немного бороды. У него немножко бороды, а еще какой он? У него короткие волосы. Ага. А еще? И он пузатый. Он любит сидеть в телефоне. Он похож на меня. Он кричит. У него милый голос. Он не слушается мам. Я его люблю.